Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот с обзором мой журнал, не мой, одолженный журнал. Вот этот вот жилет, девчонки, всем понравился, мне тоже безумно понравился. Вяжем размеры от 38 до 52. Все буду озвучивать, выводить все на экран, так что все будет, девчонки, в размерах. Вот молния у нас здесь, очень красивый воротник. Первое видео с узором, девчоночки, будет ссылка под видео в описании. Смотрим узор, там еще информация по поводу пряжи. Здесь только скажу, что вяжу из Ярнард Silky Royal номер 442. Там в том видео сколько пряжи нужно и подробнее про пряжу. Вот. Одна нить и одна нить. Ализе Реал 40, номер 300. Вот. То есть вяжу я одной такой нитью. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнард. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой и Укрпочтой по всей Украине. Так, далее, что у меня? Я следую, девчонки, попала я в плотно здесь, так что все у меня получилось очень круто. Можно использовать, если удешевить, это не дешевая пряжа, потому что здесь у нас шелк и мерина шерсть в составе, очень хороший состав, а здесь побюджетнее состав. Вот, поэтому, если удешевить, то можно вот эту вот в сложении, либо миксуйте, девчонки. Значит, тут у нас, давайте я скажу еще метраж. 480 метров в 100 граммах, а тут у нас в 100 граммах 280 метров. Вот, то есть 140 метров в 50 граммах. Спицы нам рекомендуют номер 5. Я так и взяла номер 5. И еще 2,5 я взяла для набора петель. Вот. Узор, опять же, в том видео в прошлом. Здесь мы будем только вязать. Итак, с чего мы начнем? И количество пряжи тоже я говорила в том предыдущем видео. В любом случае, вам его нужно посмотреть. Поэтому не возмущаемся. А переходим, потому что два раза повторять одну и ту же информацию, кто уже видел, я не буду. Итак, я беру одну нить такую, одну такую. Вот таким вот образом я вяжу. Набираю петли способом качели. Я всегда оставляю ссылочку, но я постараюсь вам здесь набрать, ну, как бы показать подробно. Ну, хотя ссылку тоже оставлю на всякий случай. Значит, что у нас тут? Я вяжу вот этот. Размеры у нас европейские. Учитываем ту таблицу, я вам сейчас поставлю. Значит, я вяжу 42-44 европейские. Я вяжу вот этот вот 42-44. Ширина у меня 55 сантиметров. Вот. Резинка. Здесь размеры. Схему я вам тоже сейчас вначале я заскриню вот схему, фотографию вам вставлю, чтобы вы могли ориентироваться. Все числа я буду проговаривать, не проговаривать, а выводить на экран. Значит, я для своего размера набираю 97 петель. И способ качели. Значит, таким вот образом. Ссылку я оставлю. Он очень хорош для резинки 1х1. Таким вот образом я набираю петли. Девяносто семь петель. Раз, два, три, четыре, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. На спице 2,5 миллиметра.
94, 95, 96, 97. Теперь здесь обязательно нужно сделать узел. И первый ряд я тоже вяжу вот этой вот спицей тонкой, да. Здесь вот смотрите, первую петлю снимаю, здесь видно, вот она, лицевая петля. Здесь прям хорошо видно, где лицевая, где изнаночная. Вот видите, развернутая лицевая, узелок изнаночная. Вот при этом способе, этот самый простой способ набора без дополнительных нитей, без ничего. И получается вот такой вот, смотрите, шикарный край изделия. Просто шикарный краешек резинки 1 на 1. Итак, первый. Для чего эта тонкая спица? Для того, чтобы не волнился как бы краешек, чтобы он был тугенький. Потом сейчас я только один ряд провяжу этой тонкой спицей. Моделька вообще бесподобная, девчонки, мне очень нравится. И вот это сочетание пряжи, одна та ниточка, боже, и эти два цвета, это что-то невероятное получается, просто невероятное. Так, один ряд я провязала, теперь я беру спицы 5 миллиметров, резинку я не затягивала, она у меня свободна, потому что здесь она не в обтяжку, она свободненько так ложится, и поэтому переходим на спицы 5 миллиметров и вяжем резинку. Резинку вяжем высоту 12 сантиметров для всех размеров. Теперь еще хочу сказать, что вот длина у меня получается 60, ну это у всех так получается, 61 сантиметр. Вот, если хотите длиннее, хотя как по мне, так этот жилет нормально как раз 60, ну, на те размеры, которые они здесь как, ну, представляют, длиннее, хотя можно и удлинить. Ну, в общем, если вдруг вы хотите удлинить, то удлиняем в резинке и удлиняем вот этой вот второй части, где у нас добавление. Вот эту верхнюю часть отсюда мы оставляем неизменной, чтобы у нас рукав попал туда, куда нужно, да? Вот добавляем в этой нижней части. Ну, в длину я имею в виду добавляем. Ну и сейчас вяжу 12 сантиметров резинкой 1 на 1. Так, значит, у меня получается 24 ряда на 12 сантиметров, и теперь я перехожу на основной узор, который у нас отдельно в видео, девчонки. Но что хочу сказать, здесь для каждого размера, тут, кстати, одна петля надо добавить, я ее не добавляла, потому что мне кажется, она лишняя. Ладно, это отпускаем. Значит, по итогу у нас должно остаться, почему я говорю, потому что вот, видите, 98 петель должно у меня случиться. Зачем ее, я не поняла смысла добавления вот этой петли, потому что этот узор, он красиво сидит, и вот эти вот края потом, если число петель нечетное, оно же должно быть с обеих сторон одинаково. Поэтому эту петлю я не добавляла, и по итогу у нас должно быть получиться вот такой, в моем случае, 117 петель, вычитая одну петлю. То есть из 97 117 у вас свое число петель, но в любом случае это для каждого размера нам нужно добавить 20 петель. Это значит, что с каждой стороны по 10 петель, и при этом у нас должно быть высоту еще 12 сантиметров. Вот приблизительно, девчонки, это получается в каждом лицевом ряду нужно добавить по петле. Опять же, один нюанс. У меня здесь добавлено всего 5 петель вместо 10. Почему? Потому что я боялась, что у меня не хватит ниточек. Поэтому вы добавляете в каждом лицевом ряду, то есть через ряд. Вначале, сейчас я все покажу. Вначале, вот после кромочной и перед кромочной. Вначале и в конце обязательно.
Сейчас объясню, почему я так сделала. А, я уже сказала, что я просто боялась, что не хватит у меня на этот воротник ниточек. Поэтому я чуть уменьшила на 10 петель по бокам. Вы же, вам рекомендую этого не делать, потому что уменьшится размер. Вот. Я себе это позволить могу, потому что я взяла размеры чуть побольше, чем хотела. Хотя, может быть, и нет. В общем, сейчас вяжем, переходим на основной узор. В начале, в конце добавляем по одной петле. В каждом лицевом ряду, еще раз повторюсь, всего 10 раз. Всего будет у нас... Вот. И в конце тоже воздушная петля. И далее продолжаю вязать. Итак, девчули, я провязала. Значит, что хочу сказать. Возможно, у вас здесь будет больше рядов. Вы, то есть, получится не 10 добавлений, а, допустим, больше. То есть, больше добавлений делать не нужно, просто какой-то ряд пропустите, там, чтобы вывести это на 10 добавлений. Как бы здесь 10 добавлений, здесь 12 сантиметров. Вот 12 резинка и 12 вот это основное полотно сантиметра. То есть сейчас у вас должно быть 24 сантиметра от низу. И теперь мы делаем вот эту ровную часть. Ровная часть, значит, каким образом? Мы отделяем 6 петель для планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть это кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Отделяем маркером. Далее вяжем по узору. И со второго конца тоже 6 петель. Отделяем маркером. Это будут наши, вот это наша планочка. Здесь вот для рукава, как бы отделка рукава. То есть там мы ничего не будем не обвязывать, ничего не будем делать. Это будет вот таким вот образом. Так, здесь тоже 6 петель мы отделяем маркером. Значит, это у нас лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная. И таким образом продолжаем. Центральные петли вяжем по узору, крайние вот эти резинкой 1 на 1, как я и сказала. Так, девчонки, забыла вам сказать про молнию. Вот у меня молния 25 сантиметров. Нашла я все-таки для разделения. Теперь я поняла, для чего была добавлена эта петля, девчонки, для разделения. Но мы сделаем по-другому. Мы эту петлю сократим. Поэтому сейчас мы делим пополам. И среднюю петлю мы провяжем, сократим. Значит, что у нас тут по петлям? У нас каждый размер. У меня 117 петель. Отнимаем одну петлю, которую мы сократим, 116, это будет 58 петель. То есть 58 я провязываю. Кстати, разделяю я, вот смотрите. Итак, провязываю я 58 петель. Это, кстати, я провязала один ряд, вот отделила, еще не вяжу. Хотела вязать, потом пошла искать молнию. Я почему-то думала, что у меня там молния сантиметров 10 будет. Оказывается, у меня классная есть молния 25 сантиметров. Представляете, даже не пришлось не покупать ничего. Вот, поэтому я сейчас изнаночный ряд, я сейчас его провяжу, либо... Вот эти планки я вяжу резинкой. Итак, вяжу я 58 петель. 3, 4, 5, 6,
57, 58. Теперь две петли я провязываю не вместе, а вот так вот одну наброшу на другую. И здесь у меня получается, одну я сократила. Это будет наш вырез. И получается вот эта половинка тоже 58 петель. У вас ваше число. И я продолжаю вязать 20 сантиметров вот эту одну половиночку. То есть вот здесь я разделяю и все. Эту оставляю половинку, а вот эту вот я вяжу. И продолжаю. Так, девчонки, провязала я всего, если быть точной, у меня здесь сейчас 9, 8, 7, 9, где-то 80 рядов узора. Но вы смотрите по длине, вот смотрите, 44 сантиметра должно быть у меня как раз, видите, не видите, 44 сантиметра, плюс еще чуть подразутюжится. Ну, в общем, как раз. В общем, теперь мне нужно делать вот этот вот скос. Для него я в начале ряда, то есть здесь, в этой половинке, в начале каждого изнаночного ряда делаю, сокращаю одну петлю. Здесь уже у меня эту планку мы не вяжем. Вяжем основной узор. Я ввожу эти петли в основной узор. И вяжу еще 5 сантиметров. Это для всех размеров. 5 сантиметров вверх, при этом сокращая вот этот вот скос для плеча. Так. Провязала 5 сантиметров, девчонки, теперь я буду делать горловину, вырез горловины. Сейчас подождите, подниму вас. Вот сейчас хочу вам показать, как это визуально у меня выглядит. Вот оно. Вот видите, вот этот вырез горловины довольно-таки глубокий, потому что у нас здесь кетлевка, и у нас здесь еще вот этот воротничок, поэтому вырез, я же говорю, такой себе глубокий. Я там, конечно, чуть потерялась в журнале. Я его сделаю по-своему. Вот. Так, горловина. Девчонки, для всех размеров. Вот мой расчет адаптированный, значит, разница будет в двух петлях везде, как бы вот здесь вот только в первом закрытии. Далее 4, 3, 2, 1. Здесь продолжаем делать сокращение. Значит, каким образом? Первым делом закрываю я для своего размера 10 петель. Вы, соответственно, своему размеру. Раз. Два. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И продолжаю вязать. Девчонки, еще хочу сказать, вот в этих двух размерах вы можете добавить здесь вот еще одно сокращение 5 петель, а здесь, допустим, будет 7. И 9, то есть более закругленные, как бы, сделать вырез. Поэтому смотрите, как вам проще. Либо не добавляйте вот эту вот пятерку, я ее в скобках поставлю, как вам удобнее, как ваша интуиция вам подсказывает. Ну а далее я вяжу здесь по одной петле, сокращаю здесь, далее 4 3 2 1. Так, вот, смотрите, сделала я свои сокращения, все мои. Теперь я здесь вяжу ровно, а здесь продолжаю сокращать. Так, вот, у меня, значит, вот я провязала еще. Ориентировалась по сокращениям. У меня всего 22 сокращения. Для ваших размеров, тот, который меньше, 21, 22, 23, 24, соответственно, каждому размеру. И вот половина выреза у меня такая вот получилась.
Теперь я дублирую вот эту, точно так же дублирую вторую сторону, то есть вяжу сейчас ровно, потом делаю вырез горловины на вторую сторону. Итак, значит, что у меня здесь происходит, девчонки, показываю. Значит, вот такой вот у меня передняя деталь, вот такая вот. Про спинку я, смотрите, чтобы было одинаково, все красиво было. Вот она, я на изнанке, думаю, что такое, не пойму. На лицевой стороне, то есть вторую часть я продублировала точно по первой. Можете, когда вяжете первую, считать петельки и все это дело перепроверять. Так, теперь спинка. Спинка у нас вяжется точно так же, как и передняя деталь, только без вот этого выреза. То есть она полностью дублирует переднюю деталь. Я ее связала первой. Вот все точно так же, только вяжем одним полотном и не делаем вот этот вот разрезик на молнию. И горловину тоже мы не делаем, мы в конце все петли закрываем, когда сделаем здесь 22 сокращения. Вот по высоте, по количеству рядов перепроверьте и просто вяжите ровным одним полотном спиночку. Планка. Планку мы вяжем. Спицы 2 миллиметра тонюсенькие. Если вы вяжете не из той пряжи, что я вам рекомендовала, а из другой, то вяжите в одно сложение, планка будет красивее. Но так как я не хочу расхождения в цветах, то я вяжу двумя нитями, тонкими спицами. Значит, набираю из каждой петли, вот смотрите, и я отступила, видите сколько, то есть я уже из вязания набираю эти петли, из каждого ряда по одной петле. Значит, с изнаночной стороны обратите тоже внимание, значит, это я уже второй раз. Я набрала с лицевой стороны, связала одну планку и поняла, что спицы 2,5 толстые, и набирать надо с изнаночной стороны. Вот так вот. Так, и вот смотрите, я захожу прямо аж, получается, да, в вязание. И набрала я. Если у вас такая же молния, как у меня, вы четко следовали тому, что я вязала, ничего не изменяли, то у вас будет такое же количество петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62 петли у меня здесь, девчонки. Теперь я вяжу чулочной гладью, но первый ряд у меня, вот лицевая сторона, она будет загибаться. Я первую петлю провяжу, потом уже не буду провязывать, потом буду снимать. То есть первый ряд у меня изнаночный, а потом лицевой. То есть здесь у меня будет изнаночная гладь, лицевая гладь с этой стороны. Так, я провязала, девчонки, 7 рядов. 1, 2, 3, 6, 7 рядов. Теперь будем делать кетлевку. Кто вязал ушанку с кетлевкой, тот уже знает. Значит, что мы делаем? Берем крючок. Тоньше у меня нет, желательно тоньше. Ну, в общем, приспосабливайтесь. Первая у меня кромочная, значит, я беру просто за кромочную цепляю, продеваю, вернее. Вот здесь вот. Потом подцепляю вот эту вот петлю последнюю. Далее цепляю нить и протягиваю ее вот таким вот образом. Теперь следующая петля, вот она,
там, где набирали, вот дырочка, в эту дырочку я цепляю, продеваю. Все ниточки можем продеть сюда. Переснимаю петлю и провязываю. И здесь вот провязываю цепочкой. Здесь все прекрасно видно. Главное, чтобы вот эта вот часть у вас уходила вовнутрь. Так прохожусь. Здесь у нас получается цепочка с изнанки, а здесь вот такая вот красивая кетлевка. Таким образом прохожусь по всей длине вот этой планки. Видите, как это выглядит? Красиво очень. С лица вот смотрите, какая красота. Просто красота. Вот и последние петельки. И кромочная. Так, есть одна сторона, есть. Это еще не разутюжено, так что не волнуйтесь, утюжок все исправит и все выровняет. Так, вот теперь вторая половина у нас. Мы начинаем с этой стороны. И вот теперь смотрите, чтобы вот где у нас последняя, видите, отсюда была первая как бы петля, вот она. И то же самое здесь следим, чтобы число петель у нас было одинаково с той планкой. В моем случае это 62 петли. Я набираю петли. Так. Передвинулась, девчонки, потому что там я попала в ту петлю, которая была сокращена. Вот видите, чтобы попасть в ряд, не в кромочной, из кромочной набирать, а именно из петли уже как бы после, которая у нас после кромочной. В общем, набираю я петли и вяжу точно такую же планку, и точно так же я ее подшиваю. Так, вот я связала обе планочки, теперь у меня здесь вот получается ниточка, которую я протягиваю наизнанку и вовнутрь. Убираю все ниточки.
Так, теперь смотрите, что нужно сделать. Нужно вот эту вот штучку закрепить, видите? То есть вот это вот, две эти, как бы, как они называются? Обвязочки. Нужно скрепить между собой для начала. И потом пришить к этой, как бы, основной детали. То есть обработать. С этой стороны я просто подошью. Это получается. Сейчас я пройдусь еще сюда. Вот такая у нас заготовочка. Теперь я проутюжу обе детальки. У меня получилась одна длиннее, одна короче, но петель у меня одинаково. Это просто вот сейчас я утюжком это все дело исправлю, выровняю, и потом будем пришивать молнию. Пока это вот так вот выглядит криво, между прочим. Ну, я же говорю, это просто нужно выровнять. Итак, вот я проутюжила, выровняла все прекрасно. Теперь молния. Вот смотрите, там в оригинале не от края молния. Тут, конечно же, ну хотя, ну, вот она. Можно подкорректировать, знаете как? Вот так вот. Ну вот у меня будет не доверху, потому что вот так вот у меня. Наверное, все-таки здесь вот закреплю, девчонки, сделаю нормальную молнию, зашью вот здесь вот. То есть молния у меня будет не до низу. Все-таки написано было 30 сантиметров молния. При попадании в плотность она, видите, я подутюжила, и получилось у меня на 30 сантиметров молнии.
Так, сейчас подкорректирую, все будет хорошо. Вот. Еще чуть-чуть сошью. И отлично. И нормально. Так, то есть у меня это все будет, вот видите, кончик будет сшит. Не видите, я уехала. В общем, сшила я вот таким вот образом нижнюю часть. Вывожу иглу туда. И теперь с изнанки. Вот эти вот две планочки мы так вот складываем к себе. И накладываем молнию. Вот у меня здесь этот разрезик. Ну, в принципе, надо плясать отсюда. Вот этот уголок мы загибаем вот так вот и прикладываем сюда. Я приколю булавками это все дело. Вот смотрите, как раз вот эта ленточка, чтобы здесь у нас все было в стык, мы ее накладываем, как раз покрываем вот эту цепочку, которой мы делали кетлевку. Смотрите, не растягивайте планку, да, чтобы не волнился, молния не волнилась, либо не стягивала. Постарайтесь, сейчас мы приколем это все, сколем и посмотрим с лица. Так, то же самое я делаю здесь. Здесь по вот этим вот полосочкам изнаночным, смотрите, совмещайте узор, чтобы вот совпадали эти полосы. Теперь видите, что получается? Я теперь вижу, что это очень много я захватила. То есть вот эту цепочку я захватила. Получается, чтобы было в стык, мне нужно быть на половине этой цепочки. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Смотрите, вот чтобы было гладко. То есть вот пол цепочки у меня, и здесь пол цепочки выходит. Так, смотрим. Вот, видите, здесь стык, то есть на пол цепочки, а здесь уже они находят друг на друга. То есть здесь оно будет топорыщиться, а здесь вот так вот будет ровненько. Поэтому вот так вот скололи на металле. Теперь шьем. Значит, где у меня тут ниточка?
сюда я ее вывожу и начинаю отсюда, прям с самого низу. Здесь опять то, что я говорила, в половину цепочки. Здесь получается, что прям под кетлевку вводите иглу. Видите, сюда под кетлевку и выходите сюда. Конечно же, придется заморочиться с молнией. Но оно того стоит. Зато потом будет красота неописанная. И вот так вот я пришиваю по обеим сторонам. Знаете, здесь, наверное, лучше не под кетлевку, а над, чтобы игла выходила. Будет красивее. В общем, либо под, либо над кетлевкой, я имею в виду, либо сюда иглу, либо сюда иглу. Смотрите, как вам удобнее, как у вас как бы оно ложится лучше. И вот так вот я прохожусь, подшиваю обе стороны молнии. Вот здесь вот у меня получается ниточка, только вот такие вот маленькие стежочки, все уходит у меня на ту сторону. То есть нити как бы на молнии здесь и не видно. Так, вот я пришила, и кончик я вам сейчас хочу показать, сам кончик. Я вот так вот подгибаю, вот эту штучку я обрежу, потом она там не нужна. Просто я подгибаю. Обрезаю. Вот так вот, видите, пришита молния. Теперь вторую сторону, вот желательно, нежелательно, а так и делайте. Начинайте отсюда, чтобы совместить эти все, этот край. Потом остальное подгоните под это все дело. Так, разутюжила я, девчонки, перепроверяем после утюжки по вашей схеме ширина. Да что тут уже проверять? Что есть, то есть. Корректируйте ВТО, если что, величину. Так, молнию тоже подутюжила. Вот видите, не нравится мне, конечно, вот это, что мне пришлось сшить. Ну да ладно, пусть так и будет. Можно еще связать вот такой вот квадратик декоративный здесь нашить. Но я уже не буду ничего делать. В общем, молнию на 5 сантиметров длиннее. 30 сантиметров. Вот так вот выглядит эта молния у меня. В любом случае, все равно я довольна. Теперь, что я делаю? Боковушки сшиваем плечевой шов от низу. Я делаю это вот таким вот образом, здесь такую себе закрепочку и сшиваю, складываю и сшиваю прям сюда вот.
Вот этот угол немного вот так вот сглаживаем. Не надо его резкий делать. Ну и вторую сторону точно так же я сшиваю. Еще утюжком здесь плавную линию сделать. Такс, вот я сшила плечи. Раз, два. И теперь по лицу мы набираем петли. Начинаем от молнии. По вот этой вот, ну как бы, петлевки набираем. Ой, мы же с изнанки должны, вот видите, что делаем. Значит, по петлевке раз, два, три петли будет. Два, три. Далее из каждой петли по одной. Два, три. У вас будет свое там, да, помним сколько. Ну, в общем, вот смотрите, из каждой петли по одной петле. Здесь вот, где у нас пошло сокращение, одну петлю из промежутка, как бы из кромочной. Далее здесь у нас 4, я набираю 4, это у всех так, здесь только будет разница, ну то есть по вашей схеме, там сколько петель закрыто, сколько и набрали. Так, 4, далее из промежутка 1, теперь 3, 1, 2, 3. Из промежутка 1, теперь 2, 1, 2, 1 из промежутка и 1. Теперь из каждого как бы ряда, так как мы и делали, 1, 2, 3. Нет, тут нам надо стянуть, тут мы вот это, где двойная, видите, пропускаем, то есть 3 и одну пропускаем, раз, два, три, и одну пропускаем. То есть из лицевых, видите, я его набираю, два, три, нам просто здесь нужно стянуть, и одну пропускаю, два, три. Число петель я не считаю здесь, высоту, потому что у вас тоже может быть по-другому, а может и не быть, раз, два, три, пропускаю, раз, два, три, пропускаю, и вот последняя на шве у меня. Далее здесь у меня по спинке из каждой петли опять же по одной. Тут можно и из кромочных, но тут видно хорошо петли, поэтому так, и теперь по левой полочке. Значит, вот у стыка одну петлю.
теперь вот эти изнаночные проскакиваю. Здесь 3. Раз. Нет, вот одна. Раз. 2, 3. Одну пропускаю. 2, 3. Здесь вот промежуток, здесь была 1 сокращена, промежуток 2, промежуток, теперь 3, 1, 2, 3, промежуток, здесь 4, 1, 2, 3, 4. Промежуток, и здесь у меня 10, а у вас сколько там, ну, из каждой петли по 1 петле. Здесь у нас 3 мы набирали. Так и делаем. 3. И теперь вяжем, опять же, начинаем с изнаночного ряда, с изнаночных петель вяжем 7 рядов, точно как же, как и здесь. Так, опять же, я провязала 7 рядов, и пока я это все дело отставляю, пока я с этим ничего делать не буду, увидите, как мы сошьем, пришьем наш воротник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 6. Я просто сейчас смотрю, как... насколько я хочу вот это открытое, как бы, на 12 петель. Теперь что вы делаете? Сколько бы петель у вас не было, я уже здесь иду по своему плану, чтобы вам максимально облегчить и упростить эти все расчеты. Значит, у меня 136 петель всего здесь набрано. 136. И вот я только что посчитала, что я хочу оставить этот уголок 12 петель с каждой стороны, вот как на, в оригинале. 12 петель с каждой стороны — это 24 петли. Отнимаем от количества петель 24 петли. И у нас получается 2, 1, 1. 112 петель. Вот, теперь для воротничка что я буду делать? Я беру спицы. Я беру 2,5 миллиметра, либо 3 миллиметра, то есть не совсем тонкие и не совсем не пятерку, которую мы вязали, которой основу, значит, тоньше, потому что этот воротничок, он должен принять форму такой стоечки, поэтому он нам нужен не расхлябанный. И набираю, здесь я оставляю, у меня, кстати, последние клубки остались. Я оставляю ниточку для кетлевки здесь. Это я буду вязать. Значит, я сейчас набираю 112 петель. Еще раз повторюсь, ваше общее количество по горловине, которую вы набрали, и отнимаете 24. Это 12 уйдет сюда, 12 уйдет сюда. Оставшееся количество петель вы набираете на спице 2,5–3 миллиметра вот этим способом, который мы набирали в начале, и вяжем резинкой 1 на 1. Сколько вяжем высоту, я вам сейчас скажу, свяжу и скажу. Здесь я показывать не буду, это просто такую резиночку я вяжу на 112 петель. Девчонки, кажется, у меня
Снова опять не снимает камера. Вот как мне с этим быть? В общем, что я сделала, пока не снимала камеры? Я отшила вот эти углы. Сейчас я вам покажу на вот этом. Вот смотрите, я сложила лицевой стороной вовнутрь и прошила вот здесь вот, чтобы этот уголок был красивым. Вот. И уже начала сшивать, и до меня дошло, что я не снимаю. Понимаете? Так, и вот это была первая петля, которая у меня распустилась. Вы представляете? Так, теперь... То есть сейчас что я делаю? Я подшиваю кетлевку. Помню, так, вот это у меня третья петля. 12 петель, которые мы отсчитывали. Четвертая. Так, есть, вот мы отшили этот уголочек, смотрите, все у нас красивенько. Теперь мы берем наш воротник. Кстати, наверное, наш воротник у меня тоже не снялся. В общем, я провязала 1 2 3 4 5 6 7 8 16 петель, и сантиметров это, сейчас я не скажу, сантиметров 6. Значит, по-другому берем эту кромочную. Ну, в принципе, это кромочная, ничего страшного, она так и будет. Теперь протыкаем все дело и продеваем. Теперь вот так вот, то есть косичка должна быть с этой стороны. Петлю следующую. Конечно же, придется заморочиться, но это лучше, чем потом сшивать. Захватываем, протягиваем через петлю, протягиваем через дырку и потом протягиваем через вот эту вот петлю. Так, следующая петля. Для этого мы считали количество петель. Поворачиваюсь сюда, в дырку, снимаю петлю, много, конечно, да, информации много, снимаю петлю, провязываю петлю вот эту вот, потом эту петлю протягиваю в дырку, потом в петлю и потом только провязываю вот эту вот цепочку. Тем самым у нас получается пришитый воротник и сделана кетлевка. Еще раз. Петля воротника. Далее я поворачиваюсь сюда, в дырку под петлю. Далее снимаю петлю, захватываю нить, провязываю петлю, протаскиваю в дырку, потом через петлю воротника и потом только провязываю эту петлю. Вот. Давайте еще раз. Девчонки, оно того стоит, поверьте мне, посидеть, но сделать красиво, аккуратно. Петлю поворачиваю сюда. Дырочка. Снимаю петлю.
захватываю нить, протягиваю, 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 протягиваю. Тут важно запомнить последовательность. Значит, на крючке у нас остается петля. Мы снимаем петлю воротника следующую. Далее поворачиваемся сюда. Здесь видно, тут просто дырка. Крючок на изнаночной стороне. Вернее, он на лицевой стороне. Поддеваем петлю кетлевки. Далее захватываем нить, протягиваем через петлю кетлевки. Потом через дырочку. Потом через петлю. И только потом мы провязываем эту петлю, которая у меня слетела. И вот таким вот образом медленно. Так, последние вот штрихи, думаю, сниму, уже вам покажу. Последние как бы мои шаги. Напряжно, конечно же, приготовьтесь к тому, что это непросто. Если боитесь, то лучше потом вот этот воротник снизу подшить. Потому что действительно придется посидеть. Я вчера думала, вечером доделаю. Уже дошью, сегодня утром сфотографирую. Нет, я оставила. Во-первых, зрение уже вечером подводит. Во-вторых, как-то я устала. Поэтому, кто боится, как бы, это все дело делать таким сложным способом. Но он, в принципе-то, не сложный, но поковыряться придется. Вот, то можно сделать обычную кетлевку, как и планочек я делала, а воротничок потом пришить, сейчас покажу куда. Так, смотрите, закончили. Вот видите, одним швом, одной цепочкой мы сделали кетлевку, и мы пришили вот этот вот воротник. Еще раз повторюсь, нелегкая эта работа. Так, здесь доделываем в холостую. И сшиваем боковые швы. В принципе, это уже у нас и все. Узелки у меня там, куча узелков. Отмерила ниточку. Она оказалась маленькой. Пришлось привязать. К счастью, оно как-то так и устаканилось. Узел ушел вовнутрь. В общем, внимательно, девчонки. Ой. И сейчас я сошью боковушки. Это я вам уже показывать не буду. Кто решился на эту модель, тут уже по-любому может умеет сшить боковые швы, девчонки. Так. Значит, вот. Сейчас покажу. И, ну, понятное дело, еще оно подутюжится будет. Оно-то красиво, девчонки, оно того стоит, но придется заморочиться. Вот. И можно было бы повыше, конечно, воротничок. Вот я вначале досниму кусок видео, расскажу вам, что пряжи надо больше, чем у меня. У меня было всего 5 мотков вот этой вот, которая
с шелком. И вот у меня впритык. То есть я бы еще выше сделала вот этот вот воротник и вязала бы его не на четверке, как я вязала, а потуже на тройке или на тех спицах, на которых я вязала кетлевку. Вот на тройке, на двойке с половиной, чтобы он был более... Хотя, может, и не надо. Ну, повыше точно, девчонки. Выше я бы связала, если бы у меня оставалась пряжа. Вот я его связала ровно столько, сколько у меня было пряжи. Вот, сейчас сошью боковые точки. Вот. И подутюжу, чтобы горловинка все у меня улеглось. А в любом случае, мне это очень все нравится. Очень красиво получилось по итогу. Необычно, красиво. Вот 100% ни у кого такого не будет. Девчонки, смотрите, как же круто получилось. Вот согласитесь со мной. Я думаю, что вы без труда согласились. Я вообще довольна работой. Как я довольна, как это классно. Девчонки, смотрите, как круто. Ну, нет. Единственное, что я не попала в размер молнии, ну, эту ошибку вы легко исправите. Красота, правда? Боже, как я довольна. Девчонки, вяжите, не пожалейте. Из пряжи я не прогадала. По итогу, получается, выглядит дорого-богато, как бы. Ну, а в итоге своем не так уж и дорого, потому что мы добавили бюджетную нить. И класс, класс, класс. Вот такого точно ни у кого, девчонки, нет. И дороговизны добавляет вот эта обработка горловины, я думаю. Ну, единственное, что я же говорю, купите больше пряжи, сделайте чуть выше горловину, как бы. А может и так, мне и так нравится. Ну, в общем, напишите мне в комментариях ваше мнение, что вы об этом думаете. Но вещь получилась шикарная. Уже вяжу пончо из этого же журнала, тоже очень классная получается, девчонки, так что скоро будет. Пожалуйста, от вас большая просьба, лайк, комментарий, репост в какую-то социальную, любую социальную сеть, этим вы, конечно же, мне очень сильно поможете, я буду вам благодарна за это, пусть распространяется видео, потому что такого вот действительно пока еще ни у кого нет, согласитесь со мной, что эта вещь единственное на ютубе пока. А там посмотрим. Это же все дело времени. Трахбах и уже 5-5 связали. Ладно, девчоночки. Я думаю, что эта вещь нам удалась. Мне, во всяком случае, пока. А там, я думаю, вам удастся. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа Поделия. Всем пока.